Летом 44 года польская армия Краева подняла в Варшаве восстание против немецких оккупантов. Вражда между двумя странами в это время достигла апогея. Радиопередача из Москвы 29 июля призывала польскую армию к началу восстания. В течение нескольких первых дней восстания две трети города были освобождены. В восстании участвовали около 40 тысяч мужчин и женщин, вооруженных отобранным у немцев оружием. Им помогали около 200 тысяч безоружных граждан. Но у них не было оружия, способного уничтожать немецкие танки. Поляки ждали поддержки советской армии, которая все еще стояла южнее столицы. Но Сталин приказал армии не вмешиваться. Он считал командование армии Краевой преступниками, рвущимися к власти. Немцы отправили в Варшаву подкрепление под командованием генерала СС Эриха фон дем Бахзелевски. Он был экспертом в уничтожении партизанских групп. В городе сложилась отчаянная ситуация. В течение двух месяцев велись беспощадные бои за каждый дом. Польская армия контролировала все меньшую территорию. Наступление немцев сопровождалось насилием и убийствами. Раненых пленных сжигали живьем.